Товарищ генерал-лейтенант, личный состав воинских контингентов вооруженных сил государства ОДКБ к проведению совместных учений готовы. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ генерал-лейтенант! Товарищи участники учений и уважаемые гости, в этот знаменательный день в едином строю мы подтверждаем единство в решении задач безопасности нашей организации. Местность у нас выбрана, исходя из тех практических задач, той практической направленности, которая и предстоит войскам выполнять возможные боевые задачи. Поэтому мы придерживаемся принципа: первое, это тяжело в учении, легко в бою, а второе, наиболее реалистичная обстановка на учениях должна быть создана для того, чтобы подготовить подразделение к реальным действиям.